Почта России запустила новый формат отделений. Популярные почтовые услуги совместили с полноценными пунктами выдачи заказов маркетплейсов. Подобный объект появился и в городском округе Люберцы. Насколько востребовано такое решение для жителей, узнал наш корреспондент. Новинка от Почты России появилась в начале августа в жилом комплексе Люберцы парк. Ключевое отличие такого отделения в том, что помещения разделены на две зоны. В одной части клиенты смогут получать и отправлять посылки, письма, оплачивать счета и переводить деньги, а в другой – забирать заказы с маркетплейса. А продавцы, в свою очередь, отгружать товары в дальнейшую доставку. Чтобы людям было, во-первых, удобно, комфортно, ну и, соответственно, получили тот перечень услуг, который мы можем предоставить. Ответ жителя, да, соответственно, оставление каких-то положительных отзывов, это уже говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Ближайшие застройки данного квартала – это все наши, вот порядка 15-16 домов. Вы обратите внимание, да, все определенные маркетплейсы уже здесь находятся, ну как-то без почты. Почта тоже должна идти в ногу со временем, тоже здесь находится. С новым форматом работы ознакомился глава Люберец Владимир Волков. За две недели около 500 жителей воспользовались услугами этого отделения связи. Всего на территории городского округа работает 26 филиалов Почты России. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.